Уоррен Баффет, крупнейший американский инвестор и филантроп, высказал такую мысль. Понимание того, на что не стоит обращать внимание, столь же важно, как понимание того, на чем следует сфокусироваться. И вот что касается оздоровления в свое время, понимание важности, допустим, внутренней чистоты организма является одним из ключевых моментов. А что для этого надо сделать? От чего она зависит? Зависит в первую очередь от чистоты толстого кишечника. Далее, от чистоты печени и ее работоспособности. И, наконец-таки, от чистоты и работоспособности лимфатической системы. И все, ваше здоровье начнет поправляться. То есть вот на чем стоит сфокусироваться, а все остальное, вегетарианство, мясоедство и прочее, прочее, это все второстепенные вещи, которые просто могут вас сбить с нужного направления. Карл Айкин, американский предприниматель, сказал, далеко не всегда идеи приходят в рабочее время, когда вы сидите за столом. Лично для меня многое приходит, когда я гуляю по тропе здоровья своей. Действительно, чтобы получить нужную мысль, нужную идею, это не означает сидеть на рабочем месте. Главное творчески мыслить для того, чтобы ее притянуть.